Да? Ну, потому что... Ну, тогда снимай. Точно. Да. Ладно. Давай, иди. Ахуй. Ахуй. Это наш бассейн. Это маленький для деток, для полметровый, с дохлым воробьем сегодня. Для папы. Ну хорошо. Так, а тут мы купаемся в море. Ого, прямо в майке даже так. Что это с ним? Не знаю. Так, и пройдемся сейчас немножко. Вот это вся Фортеза. Фортеца Бич Резорт. Отсюда отправляются всякие бананы. Пройдемся по территории немножко. Как тогда в этой Мирадо. Дермар-дермар, как говорит Лена. Дермар-дермар. Что просы чьи-то сушатся нам. Кстати, можно и сюда зайти. Пройтись, мы тут еще даже не проходили. Здесь такой бар круглосуточный, где можно взять напитки. Ух ты, Лен, а что тут такое? Орех. О, нет, это финики. Это финиковая пальма, нифига себе. У нас они... Вот это все финики, ребята. Финики, знаешь, что такое финики? Не знаю, что так. Финиковая пальма, так вот что это такое. Мы еще думали, что это за пальма. Это финик, интересно, он хоть чуть-чуть сладкий в таком состоянии. Пап, ну ты же вкусишь, что ты его не будешь есть. Ну, может, попробую. Папа. Лизну хотя бы чуть-чуть. Лен, финики это довольно вкусно. Только сушеные. Но сушеные они очень сладкие, ну вот как курага. Интересно, в таком в сыром состоянии, какие они на вкус. Так, кроме больших номеров, как бы отеля, здесь еще есть и вот такие, ну, домики бунгало. Вообще отдельные домики, отдельно стоящие. А что мы не могли такое взять? Ну, тоже, кстати, прикольно, да? Вот.
Так, ух ты, там даже яхты какие-то. Так, ну. О, тут для всяких просто, там, ребята, поймите, аквалангов. Мы просто здесь не ходили, и для видео мы решили сюда зайти. Ну, мы с мамой, как-то раз сходили сюда, но ходили уже поздно вечером, и оно было темно. Так, идем сюда по дорожке. Это все еще фортеца. Да. Почему ты не взял такую? Муловка треугольная. Ну почему у нас было бы просторное пространство? Ну у нас, Лен, самое отличное вообще. У нас номер просто шикарный. С видом на море. О, и здесь никого нет. Слушайте. А может вообще взять сейчас тупо полотенце? А-а-а. Лена. Нет. Да что нет? Смотри, как здесь классно. Нету точка. Что за выражение вот это и точка? И дочка. Потому что как-то точка, то ты не можешь закончить предложение, так как она уже закончена. Подожди, какая прозрачная водичка. Тут тебе и душик. А так а почему здесь ноль людей? Нет, вообще-то чьи-то полотенца лежат. Чьи-то полотенца лежат. Умные люди. Знаешь, ну вот, допустим, вот здесь 4 свободных топчана. Лежака. Слово топчан. Смотри, какая чистая водичка. Вот, не знаю, видно вам дно. Вон рыбки. А вот сколько их. Будь здоров. Не, ну водичка тоже тут чистая. Я не хочу, чтобы они питались. Это Эгейское море. Эгей! Эгей! Ой, а здесь тоже какая чистая вода. Да она здесь везде чистая. Обалдеть. И кораблики прогулочные. А может здесь бы мы поехали один раз на корабль? Что завтра знаете, уезжаем, ребята, сегодня последний день. Последний день. Папа предложил снять, потому что нашего делать уже нечего. Снять видео. Да. Ну что, всем пока. Пока, пока. Я хочу реветь, так что вам лучше не видеть. Так что всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайк. И дизлайк. Я шучу. Лайк. Ставьте лайк. Ставьте лайк. И что еще? А, ну короче, хорошего дня. Пока! От мира Лена против папы. Сейчас итак, вы увидите, как я выиграю, только не под водой. Хорошо, хорошо. Так, итак, смотрите, учитесь. Раз, два, три.